Energy. Do damage. На борту, на борту. Все, да. Я баганул. Баганул, баганул. Удачи, братан. Я на средних боях все пати положил. Винрейт 1 к 5. Угу. Вот оно что. Итак, уважаемые, здравствуйте. Сегодня темные подземелья. Очередной летсплей. Мне сегодня Фунтик написал, что я... Ты помнишь, говорит Батман 43. Ну, конечно. Конечно, помню, Батман. Ведь в нашем распоряжении такая замечательная техника, как напоминалочка. Ну да, но помню. Меня это на самом деле очень удивило, потому что... Ну, во-первых, дорогие друзья, сегодня мы будем хоронить Батмана, сегодня создадим кого-нибудь, похороним. У Батмана сегодня день рождения. Вот, для меня это даже было немного дежавюшной темой, потому что ты на моей памяти первый, кто... Ну, ты уже, типа, давно примелькавшийся, и я тебя поздравлял с предыдущим днем рождения. Если ты помнишь, то на предыдущий твой день рождения был как раз, была как раз-таки марафон. В некотором смысле. Вот. А, не закинул, да? Вот давай сейчас прям закину. Я как раз-таки сейчас редактировал эту штуку. И такой думаю, что, блин, что-то не доделано. Вот, да. Ага, вижу. Все, доделал. На предыдущем мой ДР была, ну, первая серия Ведьмака, заказанная мной. Ага, серия Ведьмака. Я помню, что была трансляция, и мы тебя поздравляли на трансляции, но я не помнил, какая именно, честно тебе скажу. Это было совсем-совсем давно. В общем и целом, получается, ты первый, кого два года... Первый, кого несколько лет подряд поздравляют на моей трансляции. Вот. Ну, собственно, с днем рождения. Расти большой. Я все никак не могу смириться с тем фактом, что ты моложе меня немного. Ну как, мы с тобой ровесники, совсем ровесники. Но один год разницы есть. Это меня колбасит немного, потому что... Ну, как бы... Я в игрушки играю, а ты поддерживаешь, чтобы эти игрушки смотреть. Причем у тебя игрушки такие древние. Такое ощущение, что ты взрослее. Ну, у тебя, наверное, психологический возраст выше. Вот, дорогие друзья... Дорогие друзья, соберите, пожалуйста, все ваши тортики в кулачок. Все ваши тортики, апельсинки, леденцы, конечно же. И, конечно же, поздравим Батмана 43 с... Как, что же тут у нас получается? 25 лет, товарищу. Ну что ж, 25 так 25. Вот тебе, бровистище. И обнимашки. Расти большой, расти, конечно же. А, к сожалению, чатик не выведен, поэтому соль кидать нет смысла, ибо соли все равно Батман не видит. Хотя он зачастую заходит сам на Twitch. Так что можно и соли, давайте и соли. Пусть Батман знает, что и соли покидали. Ты меня два раза поздравлял. Да, тебя два раза извини, просто ты когда тебя поздравляешь, это такое незначительное событие в жизни, что легко пропускается мимо ушей. Итак, дамы и господа, сегодня у нас The Darkest Dungeon. Точнее, не The Darkest Dungeon, а просто Darkest Dungeon. Вторая часть. У нас есть более-менее солидная компашка. Более-менее солидный следователь. Борду прошел, три главы прошли. Более-менее солидный наследник, а именно Хапа, который тусит в городе со своей компанией уже 11-ю неделю. Говорят, что меня все похоронят. Вот почему ты извишь вечно, я думал, мы друзья. Ой, Фунтик, ой, не выноси. Ой, грех на душу возьму. Эй, когда вернешься на кухню, мы же уже скучаем по ней. Я тоже по ней скучаю, братан. Скоро, скоро, скоро. А мне сказали, что меньше недели. Я тоже уже более-менее солидная компашка, которая вангую тебе кентавр съест. Вот не спойлери, негодяй. У меня тут такое ощущение, что зависака какая-то произошла. Эй. Эй. Чат на видюхе есть только когда в хард гамаем. Ну, бывают еще.
Где сошедшие с ума, сынок? Сынок, погляди, ребята настолько... Настолько в себе... Настолько в себе. Смотреть мемуары предка. In time, you will know the tragic extent of my failings. Путь предка. Принца свинорыла. Надо еще продолжать всяких убивать. Ужасно. Просто ужасно. Мне надо, кстати, я давным-давно нафармил на кузницу. И я уже могу изготавливать оружие и изготавливать броню. И вот у меня вопрос дикий. О, боже, извините. Он у момента, товарищи. Шестой айфон цвета шампанского? Нет, нет. С кукушкой ты стал уделять нам меньше времени. Это зарядное устройство. А это мой старый телефончик. Они вместе. Айфон цвета шампанского. С кукушкой ты стал уделять нам меньше времени. Мой друг сейчас мне именно ту же самую историю прогнал. Сказала, что вместе с... Короче, у меня все второго левела. Пора идти. Кстати, а почему Джакота не грейшены? А, потому что Джакоту можно не грейдить, я вспомнил. Дилижанс. Марияж. Кстати, уже пора... Я всем начал уделять меньше времени. Даже самому себе. Я вот не занимался спортом никаким. Ты нормально, конечно. А что ты хотел? Когда мы перейдем на такое-то отношение, что ты начнешь создавать персо с моим ником в играх типа таких? Не знаю. Вообще не скоро. Так, хорошо. Я думаю, особо затягивать не стоит. Можно, поскольку сейчас мы с Дайер пойдем. Можно смело. Да, кстати, сейчас, подожди. Я снял себе безделушки. О! Можно смело класть Джакоту в бордель. Сколько? 9000 всего. Блин, это нифига себе, между прочим. Просто обними меня, говорит Джакота. Джакота в борделе снимает стресс. Это, конечно... Спортом, кибератлетизмом, что ли? Гантельки, ребята. Не хватает на все времени. Так, боюсь, что пора идти в поход. А кладбище павших героев? Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. О, господи, он типа смеется над нами. Жуткий тип. Вот. Алло, здорово. Здорово, Максимус. Как сам? Сам норм? Так, значит, у нас что здесь за квест? Убить громкого пророка. Убить один звонкий пророк. Как я понял, это босс, да?
Флакон богохульника. Вот это тоже босс, да? Бить принц свинорыл. Оба одинакового. Только наемник. А наемник это... Это кто вообще такой? Да господи, что ж такое-то сегодня происходит, ребят? Иди за Лего Шатрату. Шатрату Лего. Да, придется... Да. Да, алло. Спасибо, что заказали звонок через что-то там. Кто-то опять шутирует. Ладно, я давным-давно хотел... Расчистите путь боссу, убить босса. Так. Я хочу убить босса, вот этого, давным-давно. Павел не идет, да, со мной? Это задание слишком легкое для меня. Да, у нас идет Шатрат, Дайр, Годс Рейдж и Шишин. И Шишин, мой дрим-отряд. Просто вот самый дрим-отряд. Привет. Вот поколение сидят в своих телефонах. Ну, рили. Вот почему у меня здесь не пишется ничего больше? Типа я... Так. Здесь надо их одевать. У них там более-менее хороший этот... Эквипчик. Начинаем с Шатрата, потому что у него Шатрат сильноват. У него там суперский талисман. Быстрее шанс оглушить. Отравить сопротивление отравлению. Вот он, хорош. Ой-ой-ой. Очень много сообщений. Где перс с моим ником? Перса с твоим ником еще нету. Я еще пока нового никого не создавал. Вот как только случится перс с твоим ником, вот так и... Так и случится. Вот. Пока еще не успех. Плюс 20 к лечащим навыкам. Брелок хирурга. Между прочим, у монахини суперские брелки. Только арбалетчик, только скоморох, только мародер, только псарь. Плюс 3 к шансу переместить. Ага. Окей, ладно, Шатра там вроде разобрались. Теперь одеваем супер набор на Дайр. Это супер хил набор. Брелок хирурга и чаша. Плюс 10 шанс на доблести. Это очень важно для нее. Доблести это, короче, когда мы... А можно с моим ником еще? Нет, нельзя. Я не могу всех создать. И никак. Так, значит, здесь на... Это Мелида Магер. Только культист. Мелида Магер. Сопротивление к перемещению это на самом деле брелок стойкости, это на танка. Вот это странные наручи. Вот плюс 15 урона, вот это хорошая тема. Это хорошая штука. К шансу ослабления. Плюс 5 к точности ближний бой. О, вот это оно. Хорошо, Годс Рейдж одет. И... Идем. Значит, стойкости. Один брелок стойкости. Ближайший шанс. Во. Вот, и брелок стойкости. Во, вроде все одеты. Идем провизия. Это у нас какой поход? Средний поход. Значит, одно костровище нам дадут. Пойдем покупать провизию. Дрова у нас есть. Еда у нас обычно берется сколько? 12? Так. Она и уже релизнулась или все еще в раннем доступе? Слушай, честно говоря... Так, кратная 4, да, мне нужно? Ну да. Давай вот так вот. 5 раз поесть, я думаю, хватит. Факелов, значит, всего вот этого на самом деле по единице. И факелов... 6 обычно брали, сейчас, наверное, 12 возьмем. Я думаю, хватит.
потому что вот очень не так дорого все. Я и так я инвестировал в этот поход 5000, мне там только 4,5 окупится. Лучше две лопаты, 8 бери. Лопаты две надо. Ну да, лопаты слишком дикий дебаф, ешут, если их не иметь, поэтому лопаты пусть будет побольше. Так, ну что ж, погнали. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions. Так, пророк. Prognosticated publicly that left unchecked, пророк, I would пророк. Soon unleash doom upon the world. Привет, с праздником. А, сегодня же Хэллоуин, точно. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. Так. Так, это урна. Декоративная урна. В себе хранят прах усопших. Сразу можно... Решаем, кем будем открывать святой водой. Да, урна, это же святая вода. Новая игра? Нет. А чё за грязь вообще на СКДТВ происходит? Какая-то грязь. Бери все, что можешь с собой унести. Там, скорее всего, баф на урон. Баф на урон? Ну, давай попробуем тогда тобою. Ага, оникс. О, просто куча... Просто куча, куча голды. За святую воду. Шикарно. Так, эту, в эту штуку мы полезем. Забытый шкафчик. Забытый шкафчик, ладно, сразу ключ, наверное, завязываем. Две головы и 1400. Ну, денежка пока прокает. Шатрат просто получает. Время выдвигаться. Плюс стресс. Плюс стресс нафиг. Очень не люблю плюс стресс. Это игра про борьбу со стрессом. А не про плюс стресс. Че это мы? О, старый факел. Хорошо. Кэша взять. Угу. Застигнуты врасплох. Мы застигнуты врасплох. Беглый огонь. Это хорошо. Так. Сразу. Вопль на них на троих. Или опора на 6 своих. Значит, это какой-то разбойник-головорез. Они какие-то вялые на самом деле. Реально очень вялые. Можно минус уклон и минус этот сделать. Давай их дебафнем сначала. Сопротивление, ослабление. Чумной доктор. Давай заднего чувака. Я уже утомился разговаривать со всеми подряд. У меня нет времени на вас, уважаемые. Так. Чумная граната по задним, полевая медицина или ядовитый взрыв? А, чумная граната, конечно же. Потому что этого тяжело убивать. Шатрат его отравил, он уже, считай, мертв. Так, варварский рев. Мне нравится застанить. А почему не берешь барда? Ну, у меня... Я не знаю, короче, как его юзать, на самом деле. Божественный комфорт. Лечение отряда 1-3. Или божественная милость только на себя. Твой божественную милость только на себя. Улучшение усиления. Значит, здесь. У них стойкость к оглушению повысилась, но у них все равно 45. Я, честно говоря, вообще не вижу особых проблем проатаковать. Так, вопль сделали. Пусть будет опора. Вот так, чтобы, типа, меньше получать. Сейчас лукарь ты должен протаковать. Этого чувака 9 здоровья. И получает он по 4... По 4 яда, да, сейчас? Да, по 4. То есть, если я сейчас его отравлю и нанесу хотя бы один урон, то он уже не походит точно никак. Табу я вообще не знаю. Правосудие, что ли, протаковать какое-то. Slowly,
gently. Покачал бы борду с килограммами на стресс. Ядовитый взрыв. Все травим. Нет, не свирепая рубка. Оплот мели вперед. Оттолкнуть оглушение. Возмездие. Да если по тебе будут атаковать, тебе ответный удар. На два. И вообще не интересно. А, менялось зато это. Тогда божественный комфорт сразу. Ух ты. Хорош, карму восстановила. Привет, Хапитон. Здравствуйте, товарищи. Так, свирепая рубка или 5 протыка? 5 протыка. Все, уже никто не походит. Шатрат переотравлят. Божественный комфорт всех. Все и так на фул, но почему нет? Это... Давайте поменяемся местами с этим. О, святая вода, хорош. Правда, уже забитая. Ур. Ловушка, это я не заметил. На 7. О, господи, 20 этих. Это я вот на самом деле вообще не прав. О, разведка прокнула. Слава богу. Впереди только вкусняшки меня ждут. Так, мы зайдем, наверное, сюда. В этот. Блин. Потому что не надо, фиг знает. Поставь шишин вперед. Да поставил уже. Так, шишин. Ящик содержит спрятанные реликвии, на которых у меня решительно нету места. Сохранить кровотечение. Вот кровотечение, на самом деле, у меня никогда не это... Не парило. Дайрс, боюсь, что резолв нет. Угу. Тут какая-то моська. Ой, чуваки с этим. Манящая чаша. Очень плохо, много стресса. Хотя бы расфасованного стресса, это очень хорошо. Так, чумная граната. Сразу по чувакам. Оба уклонения сработало. Это очень плохо. Так, да прольется кровь. Кровотечение 2 УЗ на 3 хода. Угу. Давайте. О, хорошо. Правосудие. Давайте пытаемся правосудием проатаковать. Может быть, нам повезет, и мы походим раньше на следующий ход. Эти скелеты. Вот да. Мы скорость им минусуем, чтобы они не бесили меня. Совет, если попадается алтарь с алой мерцающей сферы, проходи мимо призывается демон адского левела, выносит без шансов. Ага. Так, все, чумная граната все еще. Главное поэтому попасть. Отлично, попали, сейчас больше манящей чаши не будет, это очень важно. Да прольется кровь. Не понимаю, почему на прольется кровь не написано то, что там базовый урон какой-то. Модификатор урона. А, типа если... Continue the onslaught. Destroy them all. Так, показывай, насколько лечишь. На восьмерочку, шикарно. The slow death, unforeseen, unforgiving. Давай так. As the fiend falls, a faint hope blossoms. А, денежка уже скопилась. 50 денежки можно и забить на нее. А, сундук. Богато украшенный сундук, но он уже заперт. Что с этим делать? Что-то факер отравил труп.
Это нормальная тема. Главное, чтобы этот чувак минус морально сделал. Короче, чуваки, у меня нету уже лопаты без ключа ничего. А без ключа ничего? То есть, если нет ключа, можно смело забивать. Ключа нет лопатой. Без ключа или лут, или ловушка. Давайте попробуем лопатой. Ваш удар открыл его. Получаете 150 голды. Минуснул лопату. Просто минуснул лопату. Очень плохо. Хапитан, разбань меня по Эльзе в чате Твича, я исправился. Ладно, хорошо. Хапитан, разбань меня в чате Твича, я исправился. Ну ладно, хорошо. Ты исправился, я верю людям. Универсальная лопата, отмычка. Разбанил тебя в чате Твича. Форбсе. Так и быть, так и быть. Не трожь лопату. Ну да, тут, скажем так, move to this room. Да. Так, где сейчас будут враги? Главное, ловушку не выпускать. Только не врасплох, только не врасплох. Скотина, манящая чаще. Главное, не на дайр. Главное, не на дайр. Дайр не трогайте. Так, ты. Чумная граната на двоих дурачков. Так, теперь. А, вот этот походил? Нет, вот этот походил. Вот собака какая злая. Здравия. Чумного держи только на четвертом месте. Монашку на третьем. Ай, варварши для добивания. Удачи, Тэйчань Бэкилет. Тэйчань Бэбятин. Попробую себя пометить. Попробую себя повесить. Пометить. Может быть, он попытается меня ударить. Так. Я шарю на самом деле, что это надо по-другому делать. Топор. Для добивания прорыв не обязательно, можно так. Тут же видишь, как много дамаги. Это даже больше не походит. Вот хорошо, варваршу проатаковал. Варварша, конечно, минус большой, но что поделаешь. Так. Вот, давай правосудие. Божественный комфорт еще чуть попозже сделаем. О, отлично, правосудие рольнуло. Все, и теперь он тоже не походит. Бафы всех своих. Спасибо, я Фарбсе. Фарбсе, принято. Спасибо большое, Селен, за совет. Я стараюсь, на самом деле, следовать им. Дезориентирующий взрыв. Цель убрать все трупы, цель меняет позицию. Вы же уже все умрете, да? Совершенно верно. Полевая медицина. Стараемся поднять настроение дайр, потому что 70-83. Да, дайр надо поднимать настроение. Вот если бы кританул, его настроение бы поднял. Здесь свирепая рубка на труп. Мне надо просто, чтобы у меня дайр походила. Это очень важно. Давай, родная. Надо, чтобы крит был по тебе или по варварше. Блин. Почему не слепишь последних двух доктором? Ладно. Последних двух, у меня нету слепухи. A trifling victory, but a victory nonetheless. Используйте, чтобы очистить объекты инфекции, может также применяться героям отрицательных эффектов в бою. Щиты. Чумного доктора шанс крита 0%. Ой, боль. Бутылек и травки потом в подземелье не нужно, это в бухту. Бутылек и травки в этом подземелье не нужно, это в бухту. О, это, кстати... Ну, кстати, да. Ой, не то нажал. Бутылёк и травки не нужно. О, ловушка. Кто у меня дизармер? Мы должны идти дальше. Ловушка. У кого из нас сопротивление к ловушкам, да?
Или я неправильно смотрю? Ловушка 20%. Ловушка 40%. По-моему, варварный. Сопротивляю там ловушкам. 40% у Шатрата. И 30% у Дайер. Слушайте, я боюсь, что у Шатрата самый крутой шанс, потому что у него стресса меньше всего. Плюс 8 морали дает заминирование. Рискуй. Наведи мышкой на сопротивление ловушкам. Разоружить 80. Ага. Ага. Угу, блин, надо было, кстати, Дайер или Варвархой. Дайер надо было, потому что Вайер с одного манящего удара уже с ума сойдет. Стресс 73. Так, ну чё, клиптоман? Придей. В рюкзаке оказалась карта. Шикарно. Пойдем в ту комнату ради одной. Пойдем в ту комнату ради одной. Ради одной ничего. Думаю, нет. Думаю, не пойдем. Не хочу ходить лишнего. Ух ты, пауки какие-то. Отлично, я первый хожу. Плевун. Урон 4-8. Дикий какой. Скорее всего, отравляет. А я только что отравление, да? Выкинул. Хорошо, давай варварский рев тогда на передние два, первые два ряда. Сеточник. Они слабые. Да, вот я думаю, может быть, сразу проатаковать. Просто модификатор урона 55, я могу убить их просто. Вот одного убил, хорошо. Паутина. Это, скорее всего, стан, да? Нет, не стан, укус. Отлично, они все бьют этого. Яд будет на нем? Сопротивление яду. Хорош. Господи, ты такой красавчик, а, братан? Возмездие. Думается мне, что на... вот этого чувака. Так, у тебя... а, ты у меня лечишь отравление, кровотечение, лол. Я такой невнимательный. Значит, тогда ядовитый взрыв на тебя. Ты просто убил его, лол. Ты по фокусу лечишь вот этого мужика. Хотя нет, не надо. Все равно не умрет у меня никогда. А так у меня больше шансов. Ну да, чё париться. Чем ты Шешина сделал таким крутым? Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Так, Шешин. Сундук с гербом вашей семьи. Просто открыть. Ловушка. Сопротивление яду. Изи. Ну ладно, чё. А, пойдем move to this room. Стресс сразу юзаем. Полезай. Содержимое мешка теперь ваше. 25 золотых. Супер, супер содержимое. Не стрессуй, скотина. Голод. Съесть 4 дивы, 5% здоровья. Не есть и получи 24% урона плюс повышение стресса. Конечно, съесть. Голод. Голод вообще никогда. Так, вообще я теперь думаю о том, что... так, лучники, хорошо. О, хорошо, ядовитый взрыв. Не-не-не, чумная граната. Скелетербольчик 15, здоровья. Ничего себе. Какой ты живучий говнюк. За две атаки вас надо будет убивать. Болт в Дайер, пожалуйста. Критически. Черт. 11, 6. Только не крит, братан. Фух, слава богу. Без критов, ребят. Криты сейчас не нужны. Дайр у меня тупо с ума сойдет, если крит будет. Божественный комфорт, пожалуйста. Критани, пожалуйста, хоть раз. Не ходил пока, только... только вопль на всех.
варварский рев, он, кстати, один не ходивший. Хотя в жопу. В жопу не ходивших. Да пожалуйста, бей. Атакуйся просто. Так, отлично, черная граната, еще одна. Ты ведь убьешь его? Да. Ладно, отлично. Хорош. Все, все. Задний ряд больше не атакует. Вы. Да пожалуй, тоже. Особо без всяких. Всяких трагедий. Отлично, за отбивание получил плюс мораль. Плотно всех своих. Это все равно не ходит. Главное, чтобы ДР сделала божественный комфорт. И, пожалуйста, кританий по кубу. Факел посмотри. Плюс стресс. Вижу. Господи, а почему? Да почему нет? Черт, ДР заболела. Фак. Так глупо. Так глупо. Так глупо получил погоню. Так глупо получил. Ну все тогда, теперь ты лезь. Богата, открывай. Ловушка. Что ты получила? Кровотечение. На сколько ходов? 2 урона за 3 хода, да пофигу. Тебя теперь не жалко. Ты теперь можно теперь тобой стресс снимать. Ну да, типа можно ловушку обезвредить Гудс Рейджем. И. Ну, пропустим вот эту комнату. И вот эти два. Здесь подарочек, здесь ловушка, здесь драка. Драку хотим. Здесь будет и ловушка, и драка. А здесь будет. Здесь мы не знаем, что будет. Ну ладно, пойдем в эту комнату. Забираем. Или это неразведанная хрень? Как так вышло? Стойте. Мы должны идти дальше. Приваливай, приехали. Приваливай, приехали. Разведка пропала. Вот в этой книжке. В этой что? Сундук. Черт, надо будет вернуться тогда. Ну, кстати, да, пора привал сделать. Все равно. A moment of respite. Питание хорошее, пущая. ДР все равно не это, не вылечить. Значит, ты самолечение, только себе снижение стресса на 10. Шанс лечения 55. Лечение не надо, боевой транс только себе. Заточка очков плюс 10% крита. Офигеть. Ты у нас что делаешь? Песня отдыха, один компаньон, если религиозное лечение. Угу. Сопротивление стрессу на Гудс Рейджа. Ты же поешь. Отлично. Ты у нас что делаешь? Практика с оружием. Один компаньон, инструкция. А ты, я могу тебе плюс 20 к урону? Могу тебе плюс 20 к урону сделать? О, давай. Ты мне нужен. Беседа. Так, сколько у меня осталось? 3 очка отдыха. Плюс себе 10 крита. Снижение стресса на 10. Боевой транс на 3 можно себе напихнуть. Бафайся побольше, особенно в отдельности ночевок на боссе. Да что-то как-то я спокоен по поводу босса, честно говоря. В сетапе я уверен, главное, чтобы никто не умер, не сошел с ума. Давай боевой транс. Бубнит. Отдых. Way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ну, скорее всего, в эту комнату мы зайдем, потому что здесь
Подождите, вот это значит, что здесь сундук, да? Или просто сокровище? Просто... Нет, ну мы идем сюда точно. А, фишка в чем? Не бубни. У тебя там какое-то, какое-то воровство. В рюкзаке есть припасы. Святая вода. Ну ладно, возьму пока, но она, по-моему. Так, лопата. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Так. Сразу факелируем. Если пойду в эту комнату... Ну, вообще, в принципе, время есть. Время есть пойти в эту комнату. Это просто сокровище. Шешину просто пофиг на стресс, он железный. Да, он просто не депрессует никогда. Может быть, на обратном пути. Давайте так, на обратном пути, если останется, схожу. У тебя ключей нет. Да, у меня ключей нету. Я поэтому и думаю. Я просто думаю, это открытая штука или не открытая. Интересно, как это работает. Открыла сундучок. Две головы, шикарно. Так, ты обезвреживаешь ловушку. Красава. У тебя теперь 8. Вкусняшки. Блин, ровно в тусклый свет рокнуло. Так. Чумная граната. Блин. Надо, чтобы варварша первая открывала. Плевок. Уклонение, изи. А ты у нас что? Тоже уклонение. Тоже изи. Так, а кто не походил? Не походил. Только вот этот личинг. Ой, да пофигу. Seize this momentum. Push on to the task's end. Так, это что у нас? Чаша. Ага, скелет арбалетчик. Застигнутый врасплох, ребята. Это хорошо. Сразу чумная граната. A singular strike. Вырежи опухоль. Мне нравится. Особое... Не, ну тут давай варварский рев, конечно. Не вижу смысла торопиться с этим боем. Надо застанет дурачка. Так, правосудие. На шестерочку, красава. Вопль на пацанов, пусть они все расстроятся. Все ослаблены. ПВД на четверочку, больно. Этот больше не походит. Ну, в ДР спокойно стреляйте, у него хорошее ХП. Эти вышли из таунта. Так, вы. Чумная граната. Этот больше не походит, если попадет на один. Отлично. Стань пылью. Все радуются жизни. Ну, кстати, можно теперь повременить немного. Чего у вас там со станом? Оба оглушения получили. 45-38. Они все равно... А у ее варвара накидывает на нее очень сильный дебаф. Так и хорошо, пуще получает, у него фул здоровья. Так, возмездие. Пожалуй, тебя сдвинем. Это взрыв. Будем с вами солдат сначала убивать. Блин, не критует истерически. Когда же? Ой, это надо было с теней этим бить. Угу. У нас эти с любой позиции прорыв делает, прикольно. Погромче бы.
Погромче бы что. Шатрат пришел, и криты полетели. Сатринчик. Ой. Ой, ладно, тобой можно лезть куда угодно. Саркофаг, он немного приоткрыт. Если он открыт, то полезай. Спрятанное сокровище. Получается 550. Цитрин 250. Ну, менять на 475 его можно, поэтому. Выкидываем цитрин. Начинаем копить другую кучку золота. Хотя здесь можно таки выкинуть что-то. Например, один факел в пользу цитрина. Сойдет. Все равно мне уже больше не понадобится. Так, смотрим. О боже. Ток-шоу потраченная лопата. Ну, делать нечего. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Да, неплохо получил дебафа. Ладно, перед боссом нормально. Дар все равно. О, урна со святой водой. Ты полезай. Ну, кстати, во-первых, поменяйтесь местами. Что за фигня? Теперь ты полезай. Святую воду трать. Ну, еще два зеленых камушка, еще два оникса. Они стакаются максимум по 4. Значит, 250-500. Сапир 1000. Цитрин 200. Ну, цитрина. А, ну так святая вода мне больше не понадобится. И цитрин. Пользу этого. Пользу еды реально. Фиг знает. Может быть так, может не так. Или может пользу факела. Факела сейчас просто наспамим. The light. The promise of safety. Просто еду можно сожрать. А, подожди, я могу и святую воду заюзать для повышения сопротивления. Кого? Кому нам? Да, реально, и факелы нафиг не нужны. Да, они все равно ничего не стоят. Отлично. Все, пошли на босса. Фух, с богом. The madman hides there. Behind the pews, spouting his mindless drivel. Это место что-то неправильно в этом месте. Звонкий пророк. Так ты не можешь. Ты не можешь. У него просто очень много здоровья. Угу. Но здесь нечего делать. Скамейки явно меня не убьют. Поэтому просто начинаем рубить топоры. Ты, само собой, чумной гранатой бафаешь пророка. Где бафаешь? Смотрю на тебя. Очень мало. Ага, оглушение и минус карма. Хорошо. Она просто дебафает всех. И все. Больше ничего не делает. Ну и ладно. Придется лечить камень из руин. О, 20 урона. Это нифига себе, между прочим. Это нифига себе. Так, ломаем дальше. Тазики с огурцами. Здесь не стесняемся, его дебафаем. Проты, прот. Божественный комфорт, опять же, на всех. Чтобы поднять по хп. Так, здесь вопль на всех. Или минус 6 уклона, минус скорость. Минус на всех. Вопль, то есть, по сути, только на него. Минус 6 к уклону, минус 6 к... Ну, уклоном мне вообще и скорость его вообще мало. Помогает. Давай своих бафать. С каждым пылесным взглядом решимо слабеет. Ага, на всех, кроме ДР, попало. Гремучая смесь. Отравление на всех? О, отравление на всех, это грязь.
Вау. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. У него очень много атак подряд почему-то. Так, тебя не забываем просто дамажить. У него очень много атак подряд почему-то. Тут, кстати, перевязку какую-то может сделать? Нет. Продолжаем уклонение бафать. Мне очень... Ну, блин, он атакует очень много раз подряд. На пороге смерти. Когда Дайр походит? Моя кожа горит. Precision and power. Так, Дайр, ты дашь хил? А, Дайр пропускает ходы. Нет, она... Нет, пропуск хода, шикарно. Ну, у меня сейчас год срежем будет. This is no place for the weak or the foolhardy. Очень много атакуют. Скрытность — лучшая часть доблести. Это первый из многих героев, погибших у вас на службе. Вы можете спуститься, отступить с поля боя и отказаться от этого задания, чтобы спасти других, либо продолжить выбор за вами. Во время обучения отступление недоступно. Ага. Да, гуф. Первый гуфчик. Дайр получила дичайший просто дебаф и тупо ничего не делает. Попробую сломать первую скамейку реально. Оплот. Только подожди, не той штукой надо было возмездием. Дайр что хочет делает, только не правильные атаки. Он атакует очень много раз подряд, это очень пугает. Так, ядовитый взрыв. А, ты теперь на втором месте, теперь не можешь колдовать нормально. Великолепно. Меняйся местами. Возмездие. Отлично. Тут на пороге смерти. Injury and despondence set the stage for heroism. Опять ты? Or cowardice. Опять ты? Так, давай, Дар, пора уже хил сделать. Возмездие. У меня уже... Он настолько давно у меня шатрат не делал яд, что вот с этого чувака даже яд уже упал. Понимаете, насколько больно все? Ну, сейчас шатрата сольет, и у меня уже минус пати. Смотрю, на тебя минус ход, да? Да, я боюсь, что все. Я боюсь, что я здесь останусь. На пороге все еще. Ладно, они хотя бы уклоняются. Боль. Беги. Никакой беги. Возмездие. Кстати, могу уклон бафнуть своим. Все равно шишин не атакует. Или может быть... Давай уклон. Сопротивление. Ура, наконец-то ты ходишь. Божественный комфорт. По всем главным...
все. Шикарно, шатра теперь играет. Хотя сейчас, подожди. Teetering on the brink, facing the abyss. Вау. Хорош, уклон пашет. Давай, вы, ребята, будете ходить? Уклон. Уклон, 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 уклон. Ребята, уклон. Так, чумная граната. Доктор сам себя может лечить. Если я буду сам себя лечить, я умру. Хорош, доктор кританул. Не смотрю на тебя. Оглушение. Оба оглушения получили. Это такая боль. Оба придавлены. Шатрат на пороге смерти. Не такое чувство, что сейчас что-то упадет. О боже ж ты мой, пора уже, наверное, атаковать, я не знаю. Возмездие плюс 6 уклона. Давай уклон. Это такая боль вообще. Оглушение кончилось, оглушение кончилось. Дайте, да, не убей, не убей. О боже! Grievous injury. А, Дайр сейчас просто от с ума сойдет. Хватит! Хватит! Отлично, уклоны прокают. Хорош. Так, чумная граната, давай. Сколько по тебе яда? 8 урона за 3 хода. Все. Возмездие. Что-нибудь с тобой случится вообще? На пороге смерти, давай. Сил по всем-то дай. Сил по всем. Да куда ты, что ты делаешь? Ты катку мне сольешь. Сейчас 2 трупа просто. Господи. Церковная скамья, просто куча золота. За 250 вопрос, хотим ли мы что-то. Плюс 4 к уклонению, минус 1 скорости, камень ворот. Вот это хороший девайс. В принципе, цитрин тоже. Плюс 20 к шансу оглушить камень оглушения. Вопрос, хотим ли мы отдать вот эти вот девайсы. Вот акты вообще нужны? Жри еду. Да еду-то ладно, можно жрать, можно не жрать. Я все равно конец путешествия, я уже не это. Это полный трындец вообще. Ладно, камень у ворота. Наручи воина. Вот эти 3 девайса хотелось бы сохранить. Я их сохраню в пользу вот этих вот 3 фигулин на рагулине. За 475. Стоит вот так вот сохранять их. Еду бабе, спаси Дайр. Так в смысле. А, у нее типа отравление. Все, чуть-чуть хватит. Много дальше она обожрется уже. Да я в любом случае сейчас уже покинул заведение. Я думаю, может, от 2 бюстов отказаться. Блин, стыкается здесь реально неприятно.
Шапка воина плюс 5 к точности. Командный арт на продаже стоит 750. То есть вот эта шапка это 750. То есть ее реально можно приоритизировать овер Оникса даже. Я вот думаю, акты, вот эти лишние бюсты, может быть, они плюс скамью, минус годс. Да, у меня ли годс на скамью. Я думаю, что от двух бюстов отказаться в пользу чего 500 голды в жопу. Закрыть. Задание завершу, вернуться в город. Да. Так у меня теперь шатрат будет. Плюс 15 к точности, дальний бой, плюс 40 шанс оглушить, плюс 20 шанс отравить. Флакон богохульника. Бюстов набрали вообще как грязи. Годс рейдж черепок. Одержимость отчаяния. У меня шатрат теофобия. В городе снимать стресс будет только молитвой. Только вообще то, что надо вообще. Ненависть к нечисти. Хорош шатрат. Шатрат всегда радует. Пьянство. В городе будет снимать стресс только выпивка. Шешин получил пьянство. Шатрат получил ОП. Да, шатрат имбач. Это нормально. Да что ты довел человека? Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Так, снять все побрякушки. Так, Шатрат и Дайер отправляются отдыхать. Сразу. Дайер же только теофобия, да? В городе будет снимать стресс только молитвой. Дайер молится. Вспоминаем и молимся. Где ваш слуга? Шатрат тоже не стесняется, пусть идет через медитацию даже. Мне все равно к нему еще не скоро возвращаться. Хоть этот мой самый топич. Так, смотрим в Куруван. Мне нужен... О, мародер. Оккультист и мародер. Мародер это просто милишный дамагер, что ли? Киркой в морду. Просто с любых трех точек бьет киркой. Рывок. Мили вперед, модификатор крита, просто рывок какой-то. Понятно. Быстрые кинжалы атакуют. Просто атакует. Два таргета. Слиться с тенью. Это типа задуэлить кого-то. Базовая точность 90. А, так подожди, слиться с тенью. Он атакует. Цель оглушает, а на себя уклон вешает. Метательный кинжал. Ну и при этом... Отравленные дротики. О, вот, отравленные дротики. Сзади делает. Урона мало, но отравляет кого хочет. 3 очки здоровья на 3 хода. Между прочим, очень сильный яд. Яд трюкача. Не, мародер какой-то никакой. Мне нужны мои чуваки. Оккультист. Она очень сильно отравит, кинжал ваншотит. Она очень... Сделай погромче себя. А, так, блин, может быть, я просто тихо сам разговариваю. Оккультист, бойс.
Кстати, да, ты тихо звучишь. Это я просто не громко разговариваю, ребят. Давайте попробую сделать погромче себя в уровнями. Вот так вот, например, поднять. Раз. Ну и попробую говорить погромче. К сожалению, я просто действительно не очень громко говорю. Оккультист у меня был The Dream. Ну что ж, шикарно. Оккультист. Жертвенный удар. Базовая точность крит, плюс 15 против врага, типа жуткий. Навязчивость. От неопределенной потребности совершать определенные действия. Удар бездны. Базовая точность на себя, плюс 15 против врагов, типа жуткий. Он типа контракт жутким. Ага. Проклятие ослабления на любого из. Просто делай так, что он вообще не атакует. То есть для дуэли очень хорошо. Странное восстановление, лечить 0.10 кровь. Ага, то есть он может лечить своих. Он лечит на минус 3.7. Минус 3.7, но кровотечение у него минус. Го в бухту от 0 до 10. Но от 0 до 10, но при этом он вешает кровотечение на этот же таргет 1 ОЗ в 3 хода. 40% вероятность. Уязвимость. Руки из бездны. Факел минус 5. Ага, он факел минусует. Какая-то странная хрень. Помните цель. Цель минус 15 уклона. Просто помечает цель на уязвимость. Странно лечит. Странно проклинает. Удар бездны. Много урона наносит. А сколько у тебя у самого урона? 4-7. Угу. Ну, слушай, он делает какие-то проклятия и контрит жутких. У культиста большой шанс крита, и хилит он дико. Но он хилит по таргету. У меня есть уже дикий хил. Мне очень нравится, как хилит монахиня. Очень нравится. Я не хочу брать еще в слот хила еще одного чувака. Я не вижу в этом смысла никакого. Если у героя нормальная сопротивляемость к кровотечению, то все норм. Я понимаю. Что если у героя нормально сопротивляется к кровотечению, то все норм. Кстати, железный шешин, собственно. Не, что-то мне не хочется ни оккульта брать. Я хочу снова взять в барба. Очень часто ты получаешь таргет на кучу урона. Вот ни разу такого не было, кроме... кроме тех моментов, когда меня просто ауешили кучей урона. А это было... только на оккультисте. Там просто дикие цифры. То есть как бы... Нет, дотдам хилер точно монахиня. Приоритизируй хилера овер него. Дотер точно вич-доктор овер... овер мародера. То есть я не хочу брать ни мародера, ни... Вот нового чумного доктора мне надо взять, потому что его надо просто качать. Вот это да. Вот его я... Вот этого я возьму. Ослепляющий газ, к сожалению, у меня не изучен. О, пиявки. Прикольно, пиявочками работает. Вот доктора возьму, и я обещался Батману, что создам. Так что у нас... как там? Сменить наряд, ты у нас будешь красненьким чумным доктором. Культист все-таки лучше монахини. Мне очень нравится беспокойный разум. Медитировать для воин света. А надо тебе сразу открывать ослепляющий газ. Сразу идем просто в этот, в тренировку боевых навыков. Так, ядовитый взрыв. Это нужная штука. Эта штука. Значит,
Я не пользуюсь, я пользуюсь полевой медициной. Вот эта штука я не пользуюсь, но она нужна на самом деле. Это вообще не надо, милишная хрень. Ядовитый взрыв, это то самое, чем я пользуюсь. Да, это моя милишная хрень. Вот у меня пользуется это и полевая медицина. Так, ты, кстати, можешь уже в кузнице приобрести девайсы какие-то? Уровень решимости героя 1. Угу. Кстати, я могу этих типа прогрейдить, да? Ага, у меня еще пока изготовления оружия нового нету. 26 свитков, 17 армора. 26 свитков, свитки, Коран. А Годса пока еще в таверну не завезли. Нафиг тебе чумной доктор? А у меня этот чумной доктор больше не воюет. Все, он не дерется пока что. Шишин, конечно, шикарен. Так, таверну Шишина. Я в порядке, хватит спрашивать. В принципе, пора-то на самом деле уже и выдвигаться. Магазин безделушек. Ого. Купи хоть просто оккультиста, а то пропадет. Да я не собираюсь с ним ходить. Мне не нравится он. Просто не нравится. Здесь, кстати, свитки опять же нужны. Надо сейчас за свитками пойти. Держимость отчаяния. Ага, ты вот и лечишься в любом раскладе. Значит, каким отрядом мы сейчас пойдем? Мы пойдем сейчас лоу-левел отрядом. У нас будет Джакота как хил. Батман, чтобы его просто прокачать. Пэник прокачать как танк. И поскольку дамагер у меня есть. А, нет, подожди. Хил, Батман, Пэник. Ну и давайте тогда можно либо Максимуса, либо Бэдвиза. Но Бэдвиз слабенький. Как раз таки его сейчас и оккультист имба от Инубас. Да мне как-то без разницы. Я не вижу пока он как имба, и мне никто толком не объясняет. С чувством, толком расстановкой я пока еще в бою не почувствовал, поэтому не могу сказать, что он мне нужен. Значит, Пэник, Батман. Наверное, тогда мистер Бэдвиз, чтобы поднять его до второго левела. И Джакота. Поехали. Это слишком жирно для меня. Бухта слишком жирно для меня. Блин, нифига. А есть по 3К задания слабенькие? Вот, есть схватка. Короткий поход. Карты поместья. Щиты. Щиты нафиг не нужны. Да и бошки тоже нафиг не нужны. Блин, что за фигня-то? Они очень все битые. Я не могу ими ходить. В катакомбы принца свинорыла убить надо. Я, кстати, не знаю, кем с принца Свинорыла идти. Бухта, у меня просто откровенно слабый отряд для бухты. Пойду-ка я в чащу. Плащ скорости. Не, в чащу я не пойду. Блин, да это просто отвратительно. Это просто отвратительно. Я не знаю, куда ходить. Меня здесь убьют, по-моему. Джакуту не бери, сломать же все. Ты можешь ходить только по одинаковому левелу или выше. Я вот не понимаю, когда у меня снова сможет моя Dream Team работать. Вот этих чуваков. Так. Так, ну и Пэника, конечно же. Заразная отвага.
Заразная отвага, это я не знаю, что такое. Это типа пресет. Шмотки снял, да, шмотки все вытащены. Болезни, бешенства, судороги. Ёпрсета. Бадвиза куча проблем и никаких плюсов практически. Кстати, его надо вылечить. Это я не поглядел на это. Что, пока вылечить? Мне он нужен сейчас тут. У меня его плюс 10 точности, не пугает. И минус 5, крита меня тоже не пугает. Так, полетели. Где у меня на только скоморох? Это все фигня. Это нужно другим. Плюс 4 к уклону. Это что, полная фигня? Кстати, только... А, только дружинник. Тысячам. Только монахини. Да вообще полная фигня. Ну, кстати, перемещение к сопротивление к перемещению сойдет. Поехали. Чумной доктор берет супер-про эпическую хрень. Где супер-про эпическая хрень чумного доктора? Вот. И вторая. Шанс отравить. Хорош. Эквип на чумном докторе просто царский. Жужота на монахиню одевает монаши хрень и штуку на хил. Где штуку на хил? Плюс 20 лечащим навыком. Хорошо. Ну и Пенник берет штуки, чтобы его не сдвинули. Хил хилит средним больше на 6 на первом уровне скилла. Позже он будет частенько критовать 15 хила, что на хайлово будет решать. Крутичем уже 2-3 резистит очень хорошо. Плюс док может снять. Марка снижает додж и вешает марку, что, например, с баунти хантером имба ножик его мощно критует. Он может по третьей позиции добивать, плюс у него есть протягивалка, крутая против гуников задних рядов. Ну, у меня не качанные ребята. Вот эти, о которых ты говоришь. А как я их сейчас качать буду, это просто все с нуля, короче. Ток-шоу все с нуля. Плюс 4 к уклону, минус 1 к скорости. Минус 2 к уклону. Камень у ворота, жир. Плюс 3 шанса переместить. Плюс 2 со смещения. Угу. Я вот думаю, если я не катаю другими чуваками, как их продать эту штуку можно вообще? Просто очень редкий вот щит хранителя, его можно продать и плюс золото заполучить. Брелок стойкости. Придется определенно минус 1 к скорости. Вот я думаю, шанс переместить. Боязнь жути. Так. Ну ладно. Вроде как, это короткий поход, завершить 100% битвков. Раз. 10, я не помню, 12, по-моему, хватит. Да, 12 хватит. Хватит болтать вперед в бой. Здесь хватит 8. А здесь... Честно говоря, до сих пор не чувствую этой фигни, поэтому всего по одному. Скиллы дока поменяй. Ой, скиллы не поменял. Фак. И с чем у меня док сейчас ходит? Нету милишного этого. Понятно. Окей, плохо. Вау, как я ловушку быстро не заметил. Черт, где ловушка? Факелок. Он, правда, уклонился. Ага. Не, ну конечно же. Скрит по всем.
Хорош, все усилил. Чары страха критические. Ё красота. Господи. Так, у тебя что? Озарение. Факел плюс 5. Цель минус 20 уклона. Или дубинкой просто. Пусть будет минус 20 уклона у тебя. Или у тебя. Я тебя буду фокусить, кстати. Саппорт, окей. Чумная граната по чувакам. Саппорт. Старый добрый по троечке тикает. Ты можешь сейчас поменять. Я могу сейчас поменять. Ух ты. Торжество на себя. Запугивание. Ой, хорошо. Запугивание по двоим же работает? Да. Слабенькие. Снять стрессик. Стрессик или еще одна баллада. Давайте еще одну балладу. Баллада слишком уж хороша. Просто точности как грязи, всего как грязи, скорости как грязи. Вырежи опухоль. Кровотечение, этот дотикает, этот потихонечку тоже дотикает. Да-да-да, я понял про прямо... О, булька, только не меняй позицию. Ой, хорошо, молодец. Ты продолжаешь... просто бесить ребят. Пыльник лето перед осенью. Господи. Господи. Еще я оглушил. Усиление этой хрени. Так, хорошо. Тут 70, тут 71, тут 26. Дезориентирующий выстрел. Плюс 2, 25 к урону. У тебя сколько? 6 урона за 4 хода, 6 урона за 2 хода. Просто поменяемся тогда сейчас. Кровотечение и комфорт по всем. Хорошо. Господи, ВД такая имба. Толчок щитом в ад. О, пенник, хорошо. Себя давай. Снимаем стресс с пенника. Главное, криты не получаем. Полевая медицина. Если я тебя вперед. А ты, кстати, лечишь кровотечение. Давай-ка лечи кровотечение. Месть. Сколько я тебе 7-13 могу нанести? 7-13 в среднем я наношу 10. То есть 11 я тебя меньше, чем в половине случаев не убиваю. Ну, чуть меньше. Какая разница, я же блокирок. Черт. Не сработало. Только не критуй. Хорошо. Так, ты мелодии по ВИЧ-доктору. Хорошо. И ВИЧ-доктор. Говорящие пары. Кстати, вот надо вот прям по скорости посмотреть, да? Где ваша скорость? Скорость. 4 база оружия, 4 скорость. У тебя скорость 1. А у тебя скорость какая? Скиль-защитник. Скорость 0. Ага. То есть, если я тебе дам скорость, ты точно попадешь раньше. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Хорошо.
Блин, ну Барт, кстати, начинает себя лучше показывать, чем раньше. Хотелось бы отметить. Барт вообще хорош, как бы. Как бе. Амбуш. Застигнут врасплох. Да они из-под земли выскочили, а я еще и застигнут врасплох. Так, отравляем скелла фарбов. Кстати, очень много крита реально начал раздавать. Скиллы, умения. Да факта. Я прямо сейчас могу поменять? Черт, нет, не могу. Баллада. А у вас у всех скорость вообще zero, да, практически? А нет, вот у вас по 5. Так, запугивание. Скелет голодранец. Запугиваю голодранцев. Какой же я дикий. Так, ты... Ой, да, давай лечить. Никто не на фул, кроме Барда. Вот Бард, кстати, получил. Ой, ты какой, да, доджер просто. От бога. Ой, господи, пол рожи оторвал. Еще и столько надепрессовал. Fuck my life. Плюс 3 скорости, плюс 2% крита. Но вообще крит вообще реально круто помогает со стрессом бороться. Очень помогает. Ну как бы периодически ты получаешь там. Все это по последней атаке с этих чуваков. Хорошо, главное не крит. Ой, молодец. У Барда есть финал. Хороший дамаг с первой позиции и сразу приносит себя на 4 место. Так, поднимаем стресс Вичу. Вы уже точно кончитесь, потому что на вас 6 урона заход, 2 хода. Значит, можно полевой медициной поднять себя. Может быть, крутанешь. О, хорош. 4 этих от митигирована. 10, 6 УЗ на себя. Или доби дурочка. Давай добивать все-таки. Добито. Ух ты, вот это похилено, так похилено. Качай шута, его дота и баф решать в лейте будут. Не, шута качаю, я он важен. Я понимаю, что он классный, очень. Обобряющие пары, полевая медицина. Давай попробуй критани. Не кританул. 56-44. Хорошо. Лос, залечь незажженный факел. Фукарно. Лопатка. Господи, услышь меня, оккультист зарешает на многих боссах, плюс он может отъявить и отталкивать противников, у него очень жесткий хил на поздних этапах игры. Умение не забудь. Чувак, ну, я услышал тебя, но я не говорю там, что я сделаю так, как ты сказал. Пойми же ты, дружок. Так, теперь... полевая медицина третья, а это четвертая. Вы в таком порядке появитесь? Не знаю, заодно посмотрим. Ты понимаешь, как бы я же набираю свой опыт, и у меня есть свой концепт. Здесь все, я больше уверен, что здесь как бы все персонажи жесткие. А другие персонажи что, слабые? Монахиня, которая там может выхилить там всю карму, заход.
при хорошем крите и пол команды выхилить просто до ада. Бард, который там своей боевой балладой потом такие бафы будет выдавать, и все будут критовать, и все будут избавляться от стресса. Все персонажи крутые, как бы каждый находит свою компу и чувствует себя хорошо. Вопрос даже уже не в том, каких персонажей мне нужны в идеале, вопрос в том, какую компу я хочу сейчас собрать. Во всяком случае, я сейчас это так вижу, а это, в принципе, и говорит о том, как я пойду. Оккультист что, слабый? На мой вкус, да. Я не увидел в нем ничего экстраординарного. Понял, что он... Я понимаю, что он очень хорошо... Застегнут просто хорошо. Я понимаю, что он хорошо себя показывает против жутких. Так, ослепляющий газ. Вот это, кстати, интересная штука. Сколько у тебя сопротивление к глушению? 0, да? Это у тебя 10 очков здоровья. Давай тебя тогда... Чумной гранатой пока продамажим. Боевая баллада. Что за незапланированный тлен Апитан? Не выспался? Да нет, я просто не очень громко разговариваю сегодня. Все в порядке. Опять я полстрима проспал из-за твоего успокаивающего колыбельного голоса. И наслаждайся, братишка, наслаждайся. 25 урона, плюс 1 крит, минус 25 защиты. Запугивание. Мне нравится запугивание. Я прям чувствую, как все пугаются. Так, минус мораль у тебя. Сколько получил? Минус 22? Ну, не вижу, я знаю это. Отлично, Батман. Блин, пирог подгорел. Пирог подгорел? Блин, нифига ты умеешь пироги делать? Блин, ребята, я хочу, знаете, чем с вами поделиться? Я, уважаемые, снимаем стресс сразу с вида. Я начал питаться нормально. Оля очень хорошо готовит. Очень хорошо. Так, значит, у тебя, если я на тебя повешу яд, ты уже окочуришься. Да, на тебе яд, ты уже окочуришься, больше не походишь. Очень хорошо. Я ем человеческую пищу, ребята. Я даже сам потихонечку начинаю похожим, да, не крит. Хорошо. Очень сам напоминаю себе человека. 55 стресс, 42. Понимаете? Человек, я питаюсь человеческой пищей. Человеческой коралл. Так, здесь взрывчик. На тебя просто мешком с песком просто убили. Мешочком с песком. Соксом. Он кидает сокс. Сокс плохой, да? Старый носок. Он яд распространяет, все дела. Кот он прибил просто соксом. Это все равно, что гранату убить в Counter-Strike. Так, вы видите здесь ловушки? И вот нет. А как же сырки с крокодилом? Ой, фак, нифига себе, застегнуто врасплох. Пипец. Так, ты движешься на один вперед. Давай пока божественный комфорт с этой позиции. Ух ты, на 7 божественный комфорт кританул. 17 и минус свет. Жатва отсюда. Отсюда. Только жатва. Ну да, жатва так жатва. Хотя на самом деле фиг знает, может быть, не стоило. Вау, ты так вообще плох. С этой позиции, братан. Так, ослабление, конечно же. А я имею в виду то, что на босе он тебе нужен будет, а тебе придется на свинюшечку идти. Я не настаиваю, играешь ты, а не я. Не, я понимаю, что вы хотите помочь. Я понимаю, что разные персонажи вообще по-разному себя ведут. Так, мне поменять позицию или все-таки сделать ядовитый взрыв один? Просто если я сделаю ядовитый взрыв на секунду бойца, про него можно в некотором смысле забыть. Я, правда, без баллады начал совсем. Это так плохо.
Хотя бы не сказал, что про него можно вал забыть. Он мне еще тут припомнит. Аукнется. Эти чуваки с чашами такие обидные. О, тут уже пора. Так, давай меняемся местами с бардом. Тут уже пора песню петь этому чуваку, иначе тут вообще будет просто трындец. Торжество, месть, раскол. С тобой 3 урона за ход. Ты сколько у нас? 5 здоровья? Тогда запугивание, конечно. Иначе все плохо. Угу. Главное, ребята, не... главное, чтобы враги сейчас не критовали, иначе это полный трындец. Так, вдохновляющая мелодия на чувака, чтобы он прям с ума не сошел. Девятый взрыв на этого чувака, чтобы он просто больше не походил. Ага. И сколько у тебя? 20? 17? Господи. Осталось 3. 3 чачи, и он уже расстроится. Так, тут скорее мне не хил нужен. Тут скорее надо как можно быстрее разобрать этого дурака. Поэтому давайте-ка мы на пятерку. Ослабим. Слушай, а у тебя скорость 8. Скорость 8. На следующий ход ты, по сути, первый походишь. Вау. Так оно и есть. А нет, бард походил первый. А почему у тебя скорость 9? Блин, какой же ты молодец. А я могу поднять другим, да, скорость? Плюс 3 скорость. У тебя какая скорость? Скорость 4. Скорость 7. Ага, а у тебя сколько? 5 здоровья. Но я тебя не ударю никогда этим чуваком. Да, у него нечем тебя просто бить, банально. А у тебя скорость 1. То есть, если... А я могу базовая точность... Удар кинжала может нанести 5 урона? А, да, так я тебя просто убиваю. Прикольно. Продажа предметов через Shift в городе. Умение можно менять в подземелье во время битвы. Возьми парня, который глушает вместо доктора с клювом. В конце последнего бомбы глушит лечить ХП стресс своим. Считаешь ли ты сериал о вампирах пропаганды каннибализма? Садись отдыхать, снимай стресс. О, только мародер, сумка. Ускорение. 2 еды. Задание завершено. Продолжить поход, конечно же. Так, ты залезай и... юзай ключ. Ну, с гербом вашей семьи. Ключ открыл потайное отделение. Так, а что у нас по карте? Слушайте, а можно дальше пойти? Там еще 3 комнаты. А мне привал просто даже не попросят, да, сделать? Хм... Я же богат. Так, меняемся по позиции. Так, как у нас там стоять должно? Бэдвиз должен стоять. Бэдвиз должен стоять последним. Монахиня вторым, чумной доктор, наверное, третьим. Да, так оно и есть. Не, просто я там дальше могу пирожков наловить. Я пошел, наверное, пирожков ловить. Плюс ко всему. У тебя какой шанс обезвреживания? 60? Ну, тебя все равно лечить. Если повезет, я тебя лечить не буду. Если не повезет, то мне тебя, какая разница, все равно отдавать на лечение. Поэтому пойдем-ка в эту комнату. Голод, съесть 4 еды и восстановить 5% здоровья. Хорошо. Найди ловушку. Ну, давай 60%. Отлично, ты сейчас минуснуешь по моральному. Да. Да. Сумасшествие. Прикольно, он отчаянно задыхается, булькает. Пенник отчаянно задыхается и булькает, ребята. Иди смело, там ловушка будет плюс мораль. Угу, да, известное дело. Спасибо. Спасибо, хороший совет. Что за классная вещица? Пенник продолжает травиться. Зачем ты его с ума свел? А его все равно лечить. Мне, по сути, пофигу. Вот это вот плохо.
carelessness will find no clemency in this place. Зря я вот на джакотку. Так, надо на пол смотреть. О, противоядие немедленно. Что ты мне втираешь? Брошенная исповедальня, не используется годами. Исповедальня? Может быть, святую воду? Пофармлено. В лабораторию надо факел. Ушел бы с дождя, все нормально было. Какая разница мне? Какая разница мне лечить его порог в молитвенной, либо не лечить? Только зря я вот этим чуваком, потому что 30 кармы надо было не ему. Фак, тупанул. Ну, здесь надо. Здесь надо завал разгребать. И, пожалуй, это конец миссии, потому что лопаты у меня нет. Дорогу, Стрейдж. Тебя не было, братишка, когда мы тебя похоронили. Так другие бы меньше стрессовали. Так, у Батман получил первый левел. Хорошо. Сова, болезненность. Ничего себе. Лерой, алкоголизм. Сильное влечение к алкоголю. Отлично. Сильное влечение пока. Боязнь темноты. Минус 2 к скорости освещения, меньше 26. Это, кстати, вообще очень слабое. Заменяет плохое зрение. Реально. Плюс 15 тактик бухты. В принципе, неплохо. Падла, я так и знал, что ты меня первым сольешь. Прости, там был очень страшный чувак, он закидывал нас камнями. Очень-очень больно. And we were rewarded with madness. Шатат подойдет до поисков просветления. Это, находясь под впечатлением, узрев очертания высших существ, вершащих судьбу, новая патология — теофобия. В городе снимает стресс. С помощью молитвы восстанавливается 69 стресс и выходит из состояния отчаяния. Угу. Задание по уничтожению боссов. Теперь чумной доктор уровня первого. Угу. Хорошо. Значит, паника сразу. На воду целебные. Это у нас кто? Боязнь жути и точность. Сразу иди отдыхай. Самый дешевый, по-моему, брутальный вариант. Правда, после этого он может уйти отдыхать, но пофигу. Пусть молится. Батман много стресса получил, но все еще окей. Джакота и мастер Бадвис вообще каменный. Ничего минусов не получил. Джакота, кстати, станет тоже скоро третьего левела монахиней. Смотрим, что у нас в дилижансе. О! Новый Годс Рейдж. Ринкур. Криворукость. Ну, точно Годс Рейдж. Переименовать героя. Шмот не снял. А какая разница там? А какая разница... Там есть кнопка снять все. Это не беда. Бери наемника и воительницу ОП. Ну что, похоронное бюро капитан открывает. Открывает ворота для второго Годс Рейджа. Криворукость, ахаха. А, спасибо большое, Лерой Дженкинс, за саб, братан. Вот тебе бруфистище. И обнимашки, конечно же. Какой ты сладкий пирожок. Наемник. Я забыл, что он у нас дает. Иди сюда. Крюк с топором. Скорость 5, урон 5-10. У тебя типа дофига урона. Вау, кстати, интересный параметр. Сетиомания. Не знал, что одержимость пищи — это сетиомания. Здорово, путешественник. Здорово, Такуба. Угу, он типа людей контрит. Интересный молодой чувак. Я помню, мы его притянуть на 2. Иди сюда. А, типа, в мели вытащить ренджа.
Он, кстати, очень-очень помогает против боссов, которые прячутся за деревяшками. Людей ваншотит и меняет местами противников. Я бы даже посмотрел на него. Очень хорошие атаки достают до третьей точки и имеют кучу контроля. И еще у него потенциально самый сильный удар в игре. Ну да, я вижу, у него 5-10, это грязь. Другое дело, что он похож на мили дэмэдж дилера. И, честно говоря, не кажется. У меня как бы концепция такая. Танк, мили дэмэдж дилер, рейндж дэмэдж дилер и хил. И он получается в одном слоте с Барбаром. Вопрос, хотим ли мы бегать с ним вместо Барбара? А Баунти Хантер это наемник или что вы о чем говорите? Так, Гудс Рейджа поместили сюда. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Он в третьей позиции играет. Я играл без танка с двумя такими. Барба можно в первый слот. А, да, кстати, Барб у нас есть возможность таунта Барба. Учитывая, что мне все равно сейчас качать молодых. А хил у меня, к сожалению, в пати сейчас только один. Это Джакота Дайер. Просто уже не вернется никогда. Грубо говоря, на третьего левела. Ее можно только собирать на супер комп. То есть подозрение, что Гудс Рейдж сейчас будет роль танка. Мистер Бэдвиз, понятное дело, докачиваем его, потому что он в лейте явно будет хорошо очень себя чувствовать, когда будет много... Когда он выдаст... Когда у всех будет сам по себе более-менее высокий крит, и он будет бафать этот крит, то там практически все будут сбивать себе карму самостоятельно. Вот. Так, а что дает нимфомания? Нимфомания, скорее всего, это восстанавливает только в борделе... Восстанавливает только в борделе с человечностью. Ладно, давайте попробуем тогда. Ты у нас сейчас будешь мили дамагер, наемник. Ты мне нравишься чем-то. Свитков 10. Блин, мне, вот казарма героев, мне кажется, что надо больше, чем 10. Сейчас казарм, броню прокачай. Да это я помню. Только у нас что в кузнице? Свитков надо дофига. Просто дофига свитков. А мне свитков 10. Будем увеличивать количество. Давай так, когда понадобится, тогда увеличим. Только билки наемнику нормальные сделай. Так, кстати, кто у нас этот наемник? Кто у нас еще не создан из тех, кого надо создать? Посмотри у наемника, пожалуйста. Ща. Так, наемник. Кто у нас? Кто у нас наемник? Кто у нас из уважаемых людей не создан? The Goddess, по идее. Кто у нас отличился в этом месяце? The Goddess у нас отличился в этом месяце. Да. У нас будет, получается, и God's Rage, и The Goddess. Кукушка-наемник. Кукушка небольшой фанат. Фанат привлечения внимания к собственной особе, поэтому я думаю, The Goddess нормально. Догодис, наемник, какие у тебя оттолкнуть на 2? Это оттолкнуть, ослепляющий взрыв. Оглушение и смена позиции, конец ему. Фанатик. Фанатик не заслужил совершенно. Удар крюком. 3 УЗ на 3 хода, это 10 урона, бау, ты дотаешь, вообще будь здоров, вообще, чувак. Иди сюда, апперкот, ослепляющий взрыв, конец ему. А какие абилки таскают? Пироган, когда будет Хардстоун? Завтра, бро, Хардстоун. Так, я даже не знаю, какие ему обилки включить. Вот реально. А конец ему. Модификация крита на себя. Либо удары плюс метка, либо доты.
Имплом назови, он решил всех в XCOM. Да, кстати, Имплом можно назвать. Но Импл, к сожалению, в последнее время вообще не приходит на трансляции. Не хватает у него времени. Блин, метка и голова с плеч. Вот мне кажется, что вот это просто хорошая тема. Просто мели сильный удар. Ненависть к чаще. Апперкот хорош тем, что толкает вражеских мечников у них стадии позиции, удары имеют мелкий урон и меткость. Апперкот хорош тем, что выталкивает мечников. А сколько сам он вносит? Модификатор урона минус 7. Это толкнут на 2 оглушения. А он еще и оглушает. Блин, это офигенная штука. То есть я меняю позицию чувака. Это говорит о том, что рейнджовые сразу ближе подходят. Меняю позицию чувака и еще при этом оглушаю его. Блин, это суперская обилка, если подумать. Ослепляющий взрыв. Цель меняет позицию. И здесь меняет позицию. Блин, да он очень крут. Он очень крут. Конец ему. А базовая точность модификация плюс доступ против врагов. Это милишная атака. Просто сильная милишная атака. А чем конец ему от голова с плеч? Ага, конец ему это типа альтернативный вариант головы с плеч, если ты бьешь по застаненному. То есть, если ты застанил, то можно сразу бить концом ему. То есть, если ты бить с другими станами. Но у меня станер-то, по сути, только один. Вот, поэтому конец ему мне не понадобится. Мне нравится идея «иди сюда», притянуть на 2. То есть, ты будешь... У тебя будет апперкот и «иди сюда». Апперкот, иди сюда, метка, голова с плеч. Блин, а удар крюком — это же дикая тема. Вот иди сюда, мне не нравится как концепция. Просто поменять рейнджовую позицию рейнджового чувака. Но у меня Вич Доктор, он рейнджовых разбирает, будь здоров, у них мало хп, и они очень жестко от яда меняются. Тогда, наверное, будет удар крюком. Это чтобы помогать рейнджовых как раз-таки убивать. Иди сюда, мне нафиг не надо. Мне нужна метка смерти, скорее всего. Пометить цель. Хотя зачем мне метить цель? На мой вкус метить цель — это слишком дорого. Долго. Что дает метка пометить цель вообще? Не, ну против боссов или жирных одиноких таргетов это решает, а у меня вообще по сути никого нету против жирных одиноких таргетов. Может быть, тогда метку цели оставим? Хорошо, давай апперкот заменим на... Иди сюда, заменим на апперкот и будем бегать таким образом. Лучше, чтобы кто-то другой для него метил. Ну, в смысле, мне не для него, он как раз таки будет меткачом. Чуваком, который метки развешивает. Он, конечно, хорош, понимаешь, но не настолько, чтобы прям... Так, апперкот. Второго левела ты пока не можешь, да? Че у нас Батман скажет? У Батмана как раз-таки появились вторые обилки. Точно, второй. Че дает оглушение? Просто повышает шанс оглушения. Слушай, 1000 в тебя инвестируем. Да, ты хорош. Угу, с тобой разобрались, мистер Пейс, Пенником. Пенни, кстати, у нас... А, тебе с тобой даже не поторговать, что ли? А, тут у тебя все изучено, конечно. Батман изучен, The Goddess пока что ничего не может делать. Бэдвис изучен? Изучен. Вот Rage здоровый пока что. У тебя... Где у тебя? Нет, это не то. Да прольется кровь. Нужная била, железный лебедь. Убить просто... Ударить по заднему. Нет, у меня должен быть крик, секира, прорыв и еще крест. Крест — это да прольется кровь. Да. Хорош, хорош. Первый удар по меткам. С арбалетчиком его. Этот перс норм работает с оккультистом и арбалетчиком. О, кстати, можно сейчас тогда оставить отдыхать Батмана и Максимуса снова в дело впустить. У них метка снайпера. Они вместе типа работают очень здорово. На себя плюс 60 против врагов типа помеченный. Ух ты, грязь. Да, реально, очень, очень сильно. Давайте попробуем. Мне нужна как раз таки конфа такая, таких. У меня будет более-менее надежный таунт. А хила-то, кто мне хилит-то тогда в моем компе будет? Тогда мне не бедвиза даже нельзя брать. У меня будет Максимус, Годис, Джакота и Шишин сейчас в пати. Так, я хотел в вагончик кочевницы. Торговая сеть. Снижает стоимость покупки безделушек. Это все защиты делается.
Увеличит количество доступных безделушек на 4. За такие цифры я никогда не смогу позволить себе безделушки. У меня все деньги будут и так уходить на лечение. Так, я хотел продать, да? Через Shift. Продать за 1100. Вау. Эта хрень хорошо реально продается. Благовоние уклонения точно продаем за 1100. Мародер. Только мародер. Блин, вот дружинник, позиция 4, да? За 3000 эта штука продается, она нафиг не нужна. Ладно, когда деньги понадобятся, тогда начну продавать. Сейчас пока что нафиг надо. Нужен оккультист, у него метка круче хилымбовой. И если прокачать остальные скиллы, очень полезно. Мне очень нравится концепция монаха. Поэтому я останусь на монахе. Итак, руины. Здесь 6750. Ого, ты мне хочешь принца свинорыла убить вот этим компом? Нет, ни за что. Почему у меня такие сильные... О, за 3000 есть квест. В чаще. Следует 90% комнат. Максимус, позиция 4. Джакота, позиция 2. Это Годис, позиция 3. Или это Годис, позиция 2. Так, ты выкидываешь, иди сюда, и добавляешь апперкот. Все это ты делаешь с первых... Все ты делаешь со второй позиции. Да, хорошо. С тобой все тоже понятно. И Шишин. Мародер хорош, как дотер и дамагер. Пойдем в чащу. Перволова вот сюда за 3000. Как все плохо. Мне не нравится то, что... Мне не нравится то, что здесь очень сильные уже квесты, и на принца свинорыла, по-моему, я не могу, да, взять дар, к примеру. Да. Я на принца свинорыла должен идти вторыми левелами. Джакоте улучшение купи. Джакоте без улучшений, ты уверен? Так, ну это, конечно, надо бафнуть. Это бесперспективно. Это, кстати, непонятно, почему у меня этого нету, потому что это точно по приоритету идет. Хотя удар дубиной тоже неплохо. Правосудие на себя увеличит 3 ОЗ с двух последних позиций. Блин, нифига, у нее реально хорошие темы. Ты у нас будешь на второй позиции стоять, поэтому, к сожалению, вот эти две, хоть очень крутые обилки, использоваться не будут. Озарение с факелом работает, поэтому стесняться нет смысла. Дубиной точно не надо, потому что бить не дубиной я не буду. Так, поход. Старые добрые. Жажота. Жажота, кстати, скоро третий левел хитанет. Если я сейчас пойду этой компой... то у меня Джакута может третий левел получить, это будет очень плохо. Нет, скорее всего третий левел он не получит. Блин, мне качать, к сожалению, надо. У меня в этом замесе пойдут достаточно нулевые ребята с достаточно сильными. Броня. Блин, у меня броня ему не куплена. Да как так-то, ёпрсоте. Так, проверим Максимуса. Максимус куплен. Джакута. Джакута не куплена броня, фак. Ну, кстати, булаву я ему менять-то и не буду. Хотя нет, базовый крит растет. Конечно, буду. Так, это Годиус, конечно же, еще пока не грейдится никак. Бадвиз, кстати. Точно надо. Батману. Шишин тоже точно сделан. Гудс Рейдж нулевой пока. Жажота. Максимус. Так, все, я уже наконец-то пойду. С третьей позиции, да, ты все делаешь?
Нет, со второй. Вру. Что у нас на третьей позиции теперь? А если ты у меня на третьей позиции, то тебе нужен другой скиллсет. Ладно, пока так походишь. Созарение все равно работает с этой позиции. Удар булавы не работает. Он мне не нужен, жопу его. Уже. Значит, нет, не убить принцесса свинорыла. Я хочу дешевый спел, дешевую штуку, вот, вот на эту. Цель исследовать 90 кода, это разведка, карты поместья. В чаще. Чаще пиши с буквой А. А чаще это там, где все такие медленно, медленно все очень умирает. Я помню, чаще очень мутная. Или это катакомбы мутные. В любом случае, здесь даются свитки, мне сюда. Это самоубийство. Кстати, здесь почему-то написано, что это уровень первый. Это нифига не уровень первый. Ага, вот на эти левелы, на вот эти левелы я могу уже брать свою суперкомпу. У меня, кстати, третьего, у меня, кстати, танка третьего левела нету. И самый ближайший к третьему левелу у меня танк Шашин. Шмот-то сейчас будет. Так, плюс 33 к лечащим навыкам, это мусор на самом деле. Так, снять себе безделушки. Лечащий. Сначала монашку одену. С ней все ясно хотя бы. А, с монашкой, с которой все ясно. Кстати, у нее болезненность. Все забываю ее отличить. Это чашка на ОЗы и чашка на хил. С монашкой все понятно. Наемник получает просто мили дэмэдж дил. Шанс оглушить, кстати, это приятная штука для него. У нас Шешин, кстати, оглушает хоть как-то. Хрен знает. Плюс 15 урон, плюс 4 уклонения. Ты у нас наемник. У меня только наемников нету, ничего. Плюс к шансу переместить и минус к скорости. Скорость 5. Все равно будешь ходить предпоследний, по сути. Плюс 5 к точности, ближний бой. Странно, но ты... Джошка, ты чего? Тихо-т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 ихо
Только разбойник. Камень ворота. Ладно, с тобой пока так. Тебе камень ворота, как обычно. Камень ворота, камень ворота. И шанс переместить и не быть перемещенным. Ну и, собственно, тебе. Ты все равно лечебная повязка, ладно, у тебя так и быть есть, поэтому вот тебе по ноже. У наемника ненависть, ненависть к чаще. Ну, а что мне... Что мне поделаешь? У меня и у Максимуса ненависть к чаще. Это действительно, просто действительно что, меньшее, что я могу сделать. Вызывай сопротивление перемещению. Это, кстати, очень важная хрень. Шанс оглушить. Может быть, оглушить. Не, пусть будет перемещение, сопротивление перемещению. У меня у всех ненависть к букве, ненависть к чаще. Максимус вообще не готов. Не готов никуда идти. Делать нечего. Провизия, поехали. Раз, два, три, четыре. Здесь 12, по-моему. Факелов 8 хватит за глаза. Всего остального по одному.